Фразы для ежедневного общения. Какие выражения можно использовать в ежедневной беседе? Давайте выясним. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, где остановка автобуса? Мне нужно или мне надо? Мне нужно сходить в магазин. Мне надо делать уроки. Мне не нужны твои советы. Я хочу. Я хочу, чтобы вы ушли. Я не хочу тебя видеть. Могли бы вы показать мне дорогу? Что это? Что это там происходит? Что это на столе? Вы уверены? Вы уверены, что это их дом? Мы знакомы? Я вас где-то видел. Мы знакомы? Я думаю, тебе пора идти. Хотите? Давайте сходим погуляем. Хотите? Я принесу вам другую вещь. Хотите? Мне это не интересно. Я не занимаюсь физикой. Мне это не интересно. О, расскажите мне больше об этом. Мне это интересно. Как это по-русски? Я не знаю слова. Как это по-русски? Я не возражаю. Я не возражаю, если вы закроете окно. Я возражаю против его прихода. Я хотела бы. Я хотел бы вам помочь. Я хотела бы туда сходить. Я не хотел бы оказаться на вашем месте. Объясните, пожалуйста, что такое пропасть? Объясните, пожалуйста. Вам плохо? Девушка, что случилось? Вам плохо? Я с тобой или я с вами? Ты идешь на вечеринку? Я с тобой. Я не готов. Или я не готова? Я не готова к такому предложению. Я не готов с тобой спорить. Я готова идти. Это невозможно. Я не могу поверить в это. Это невозможно. У меня есть идея.
У меня идея. Давайте купим новый компьютер. А конкретнее? Вы сказали, вам нравится музыка? А конкретнее? Я доволен или я довольна? Я доволен решением. Я довольна ситуацией. Я недоволен таким результатом. Вы не против? В кафе. Вы не против, если я сяду с вами? По-моему, нам пора идти домой. Это правда, что ты вышла замуж? Это правда, что ты бросил учебу? Не верь ему, это неправда. Я верю, ты победишь. Я верю тебе. Я верю в тебя. Что вы хотите? Я вас не понимаю. Что вы хотите? Кто это? Вон тот мужчина. Ты знаешь, кто это? Я согласен. Или я согласна. Я согласна с вами. Я согласен пойти навстречу. Я не согласен с этим решением. Оставьте меня в покое. Я так устал. Оставьте меня в покое. Я не могу. Я не могу вам помочь. Я могу это сказать. Вы в порядке? Что с вами? Вы в порядке? Позвольте мне пройти. Позвольте мне задать вопрос. У меня есть предложение. У меня предложение. Пойдем в кино. Я бы сказал, или я бы сказала. Я бы сказал, что это далеко отсюда. Я бы сказала это по-другому. Я не сказал бы так. И что? Ты увидел ее с другим? И что? Можно вас попросить? Можно вас попросить разговаривать потише? Я полагаю, вы пришли за документами. Точно. Это то, что тебе было нужно? Точно. Может быть, сходим куда-нибудь?
Ты идешь завтра на праздник? Может быть. Который час? Скажите, пожалуйста, который час? Я рад за вас. Или я рада за вас. Вы завершили проект. Я рад за вас. У вас родился сын. Я рада за вас. Что-то не так? Что с моим паспортом? Что-то не так? Что дальше? Ты переедешь за границу. Что дальше? Допустим. Допустим, ты выиграл в лотерею. Какие будут планы? Я уверен, или я уверена? Я уверен, что это ложь. Я уверена, он сделает это. Я не уверен, сможешь ли ты? Я хочу уточнить. Я хочу уточнить, вы придете к нам? Я надеюсь. Я надеюсь, ты меня не подведешь. Вы шутите? Вы действительно так думаете? Вы шутите? Мне нужно время. Ты выйдешь за меня замуж? Мне нужно время подумать. Подождите. Подождите. Я вас не понял. Скажите еще раз. Подождите. Вы хотите попасть в центр города? Я могу вам помочь. Что случилось? Я могу вам помочь? Мне жаль. У тебя заболела мама? Мне жаль. Хорошо. Я к тебе вечером забегу. Хорошо. Было бы лучше. Мне не нравится этот разговор. Было бы лучше не обсуждать это. Хочешь поговорить? Хотите поговорить об этом? У вас неприятности? Хотите поговорить об этом? Не скажите. Кино было хорошее. Не скажите. Мне не понравилось. Уже уходите? Вечеринка еще не закончилась. А вы уже уходите? Я не знаю. Я не знаю, где улица Ленина. Все хорошо? Как поживаете? Все хорошо? Я вас выручу. Мне срочно нужны деньги. Конечно, я вас выручу. Я занят. Или я занята? Я перезвоню тебе, я занят. Давай поговорим вечером.
Я сейчас занята. Что происходит? Эй, что здесь происходит? Чем занимаетесь? Привет, чем занимаетесь? Приходите ко мне. Где это? Мне нужен большой театр. Где это? Как он, она выглядит? Я познакомилась с парнем. Да, и как он выглядит? Можно? Можно войти? Можно спросить? Можно пройти? Вы меня понимаете? Я спрашиваю о... Вы меня понимаете? Я живу. Мой адрес. Я живу на проспекте Пушкина. Где здесь туалет? В ресторане. Где здесь туалет? Обещаю. Вы придете на праздник? Обещаю. Кто последний? В очереди. Кто последний? Сколько стоит? Мне нравится эта футболка. Сколько стоит? Что здесь можно посмотреть? Я впервые в этом городе. Что здесь можно посмотреть? Что это было? Ты видел? Что-то пролетело. Что это было? Я вам позвоню. Мне нужно идти. Я вам позвоню. Куда вам? В такси. Водитель такси. Куда вам? Улица Мира, дом 2. Здесь можно курить? В баре. Здесь можно курить? Кто там? Или кто здесь? Тук-тук. Кто там? В комнате. Кто здесь? Где я могу купить? Мне нужен хлеб. Где я могу купить? Вы знаете? Вы знаете, что Иванов умер? Какой смысл? Или в чем смысл? Ты снова с ним встречаешься? Какой смысл? Вы так думаете? Вы сказали, наша команда проиграет. Вы так думаете? Я буду там. Встречаемся в клубе. Я буду там. Как вам угодно. Хотите уйти сейчас? Как вам угодно.
Мне плохо. Можно я сяду? Мне плохо. Что вы имеете в виду? Вы говорите, это не сработает. Что вы имеете в виду? Я сочувствую. У вас умер отец? Я сочувствую. На самом деле? На самом деле я не мог предвидеть такого исхода. Клянусь. Ты говоришь правду? Клянусь. Что вы хотите этим сказать? Вы говорите, что это ерунда. Что вы хотите этим сказать? Мне нужно подумать об этом. Вы предлагаете перейти в другой отдел. Мне нужно подумать об этом. Без разницы. Ты будешь чай или кофе? Без разницы. Я доверяю вам. Я доверяю вам. Я уверен, что вы не лжете. Вы видели это? Здесь произошла авария. Вы видели это? Будьте любезны. Будьте любезны. Отойдите в сторону. Вы что-то хотели? Извините, я не расслышал. Вы что-то хотели? Я пытаюсь вам это доказать. Я не пытаюсь навязать вам свое мнение. Неужели? Мы опоздали на поезд. Неужели? Позже. Нам нужно поговорить. Чуть позже, хорошо? Давайте. Давайте учить русский. Пока все, но продолжение следует.